Какое утреннее небо красивое, такое яркое. Очень быстро, кстати, солнце взошло, и все, и уже эта красота исчезла. Давайте погуляем со мной вот по этому району. Что здесь у нас есть? Во-первых, дом творчества. Дом творчества, в который ходили когда-то жители, которые уехали из города, и очень им хочется посмотреть, что же стало, каким он стал, этот дом творчества. В начале видео там был садик. Садик, который был круглосуточный. А это бывший дом пионеров. Очень отремонтированный. Дальше видно спортивный комплекс, где не только плавательные бассейны, оказывается, играют там и в волейбол, и баскетбол. Вот так вот отремонтировали здание. Очень красивое оно. Может быть, как-нибудь внутри покажу, зайду. Вообще, у меня прям душа лежит к таким зданиям, которые действительно 50-е годы строились в городе. Архитектура замечательная. Не то, что современные здания. Хотя современные здания тоже разные бывают. Бывают очень стильные. Здесь вот детская площадка рядом с Домом творчества. Летом детей очень много, а сейчас осень, и, конечно, никого нет. Но это еще сделано для деток, которые маленькие, ходят в танцевальный. У меня обе дочки тоже в танцевальный сюда ходили. Младшая даже ходила, когда в садик. В садике еще была. А это главный вход. И здесь табличка, в каком году реставрировано это здание. И что деньги Евросоюза, и плюс выделял город на эту реставрацию. Ну и дальше напротив там находится футбольное поле с искусственной травой. На этом футбольном поле даже зимой играют в футбол. Приезжают команды. Смотрите, как зелено красиво во дворе. Каштаны. Вот это футбольное поле, а вдали там вторая школа. Я не знаю, сейчас она по-другому называется, но просто человек, который попросил меня это все снять, показать, он в этой школе учился и называл вторая школа. Вот это футбольное поле, современное, со специальным покрытием. Я помню, когда я работала в стройтресте, стройтрест был напротив этого здания, этой школы, ремонтировали. Это в 90-х годах эту школу, и она была тогда очень-очень современная и действительно туда было не попасть практически. Все хотели в этой школе учиться. Посмотрите, какое тоже здание красивое. Рядом там, сзади этой школы, вернее, ну да, с торца школы был институт технологический. Сейчас это здание частник какой-то выкупил. Ну вот здесь стоянка сделана. И школьники теперь уже приезжают на машинах, и учителя. Это главный вход этой школы. Сейчас у нас недалеко от дома снесли школу, которая была, ну, не отвечала уже всем требованиям, которые были нужны. Построена тоже в 50-х годах. И все ученики, которые там учились, вот здесь, в этой школе, теперь учатся. Пока не построят современную школу, я ее, кстати, показывала. Город у нас очень зеленый, красивый, много деревьев. Здание жалко, стройтреста. Теперь там строят полиция и спасатели. Современное себе здание. Тоже будет очень красивое. Ну вот, с дороги. Так вот школа это выглядит.
Очень-очень много действительно деревьев. Было раньше много тополей, сейчас их всех убрали, потому что тополиный пух на аллергиков очень действовал, и тополей больше в городе нет. Вот через дорогу видно, что строят спасатели и полиция себе здание новое. На бывшей стоянке стройтрест и на бывшем месте, где стройтрест был. А дальше вот это бывшее здание полиции. Ну, оно очень старое тоже. Скорее всего, его тоже, наверное, снесут после того, как новое выстроят. Ну и вот с правой стороны это бывшее здание института ТТУ, так называемое, технологический институт. Там частник какой-то выкупил это здание. Что там теперь, я не знаю. Для студентов теперь тоже новое красивое здание и общежитие, и там, где студенты учатся, все отремонтировано очень красиво в центре города. Ну вот, фасады еще не все отремонтированы в городе, потому что все это возложено на товарищество. Много денег нет, и все это делается постепенно. Но город, конечно, превращается в красивый, все лучше и лучше. Вот кусочки я вам этот показала. Думаю, интересно, а что же это такое? Какой-то шум под окном. Что там опять делают? Я вот увидела, подошла к окошку. Интересно. А это для чего? Что это они там делают? Чистят. Чистят колодец. Чистят колодец. Видимо, будут копать. Отмечают там. Копать, наверное, все-таки будут, да. Отмечали там что-то. Очень солнце отсвечивает, поэтому трудно снимать. Солнышко светит, ничего не видно. Наверное, будет не видно ничего на видео. Никого нет. Раскопали все это. Вот так и выглядит. Не знаю, надолго, ненадолго. Ну вот так все оставили. Чего там такое? Непонятно. Вот. 10:58. Вот. На обед, что ли, уехали? Или куда они уехали? Непонятно. Да, ограждение сделали. Ну, опять какой-то там порыв в трубе видно. Вот. Да. Что-то там течет. Вот так вот все выглядит. На улице 7 градусов тепла. Какая-то невезуха. Какая-то невезуха. Потому что, когда делали дорогу, трубы здесь не поменяли, что ли. Потом, через какое-то время, прям быстро-быстро, раскопали все. И сейчас вот опять время 13:07. Вот пришли, начали работать. Сварщик будет сейчас сварить. А там трубу обрезают. Ну да. В то время уже никого нет. И раньше уже
Наверное, в 3 часа уехали, потому что я не снимала. Муж принес вот столько грибов. Часть отдам грибов дочке, а часть муж замаринует. Это лисички и что там, маслята еще. Я немножечко белых отварю. Вот это брала. А остальное все дочке пойдет. Там, кстати, больше полкорзины получилось. Что отдали дочке, они с работы заехали. Вот такие вот грибочки. Ну, мы ездили в сторону Варисмеца и потом на разведку за Изаку. За Изаку новые места нашли, там хорошие белые. Вот маслята я понабрал, грузди есть тоже. Так а груздей почему ты не собирал? Ты отдал их, что ли? Я отдал. А это сам Андрей тоже Оле отдавал грибы, да? Да, он тоже белые отдавал. И ты туда положил? Ну, я туда тоже добавлял, но в основном это Андрей давал, а я уже то, что мы отдали. Ну, ясно. Ну, вот я лисички отобрала, а это маслята для мужа тоже отобрала. Он будет сейчас эти маслята чистить, лисички я помою, почищу. А вот то, что я показывала, это для дочки. Вот эти вот белые грибочки я оставила совсем немного. Сейчас почищу их, порежу. Это маслята муж почистил. Это я лисички почистила. Вот это муж все специи все положил и варит уже в маринаде эти маслята и лисички. И сюда еще вылили, ну, в чем белые варились, вот сюда тоже это вылили, чтобы более насыщенный был такой маринад. А вот это вот из тех белых я отварила грибы. Буду картошку жарить. Ну вот, столько получилось. Ну, довольно много. Вот такая вот салатница. Грибы были очень чистые. Вот белые грибы, что я резала, там в одной ножке немножко было только. Ну, я не знаю, червяков-то не было, а просто побитые я выкинула это. А так они чистейшие грибы в этот раз. Так, что здесь надо? 2 ложки уксуса. На 1 литр воды 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, перец душистый 6 горошков, гвоздика 3 штуки, 3 лавровых листа. И в этом маринаде прокипятить отварные грибы 15-20 минут. И под конец добавить 2 столовые ложки уксуса и закатать в банке. Я еще 2 веточки укропа добавил. Муж раскладывает по баночкам и в конце заливает 1 столовой ложкой растительного масла, чтобы пленочка образовалась сверху на грибах. Банки, вымытые содой с крышками, стерильные. Подержал муж над паром, и крышки, и банки. Все чистое должно быть. 4 пол-литровые баночки. Сейчас муж закроет их. Укроет теплым полотенцем, и так они до завтрашнего утра сутки будут стоять и постепенно остывать. И рецепт, как мариновать грибы. Записывайте. Посмотрите, какое небо. Правда, на цветы похоже? Красиво так. Такой был насыщенный день. Муж приехал почти около 3 часов дня. Я уже думала, все. Медведи их съели или заблудились они, или что там с ними случилось. Уже звонила, ругалась даже. Вот столько грибов набрал, хотя грибы уже действительно не нужны, уже их очень много. А как у вас? Вы ходите собирать грибы? Или у вас их нет? У нас белых много. Спасибо, что посмотрели видео. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, если оставляете комментарии. Я этому очень рада. Счастья вам, здоровья, любви, чистого неба над головой. Хороших-хороших настроений осенних. Не такие, как у нас, что нам сегодня рассказывают, что может света не быть или газ будет дорогой. Не надо таких новостей. Всем пока!